Ну что, поздравляю всех с победой. Игра для нас сложилась сложной, все видели. Так что всех поздравляю с победой. 3 очка, идем дальше. Хорошая команда с нами играла. Видели, что нам было сложно с ними играть. Так что очень хорошая команда у них, мне понравилось. А с точки зрения своего клуба, нашего клуба? Да, у нас много не получалось чего, там выход с обороны не получался немного, потому так и сложилась для нас сумбурная игра. Ну, вратарь коснулся там, да, ну, коснулся в штангу и добивание. Холоднокровно, да? Ну, а что делать, уже мяч летел прямо в ногу. Очень-очень хорошая команда, играют здорово, так что, я думаю, одна из самых сильных в лиге. Мы, во-первых, играли дома, хотели, конечно, играть агрессивно, старались, но не получалось, конечно. А так, конечно, хотели. А вы согласны, что Сидоренко сегодня герой матча? Да, конечно, согласен. Дэн сегодня выручил нас в много моментов. Всем здравствуйте. Всех хотел бы поздравить с победой. Очень важная победа. Против нас играла команда, у которой также стоят задачи. Команда, которая играет одним коллективом уже на протяжении долгого времени. И я считаю, эта победа в дальнейшем будет очень важная за борьбу, за выход в премьер-лигу. Видно было, что соперник сыгранный против нас играет. Видно было, что у соперника поставлена игра. У нас где-то строится команда, но команда выдержала, реализовала свой момент. И, в принципе, очень важная победа. Металлист, тут когда поступило предложение такое поехать в команду, долго думать не пришлось. Команда с большими традициями, команда с футбольный город, поэтому принял, не думая, решение, плюс амбициозный тренер, команда с задачами. Приятно находиться в таком коллективе, где хочется выполнять задачи.